Так все-таки кто не верил? Вот были люди, которые скептически отнеслись к проекту. Когда я получил театр, честно говоря, я очень много слышал всяких в свой адрес недоверчивых там высказываний. Ну, честно говоря, до того, как я его вообще получил, а не я сам взял, когда еще был маленький, на Маяковке, выстроил, 4 года строил. Вот, там тоже не верили. Вообще говорят, что это такое театр Луны, Театр Пушкина. И приходилось как-то вот отбрехиваться, знаете, потому что я не вступал с корреспондентами ни в какие, почти ни в какие переговоры специально, потому что иначе все переврали бы, все перетянули бы куда-нибудь. Я просто с ними не общался. Вот. И потом, когда уже стали пославнее мы, так если можно скажем, когда появились «Ночь нежна», «Таис», когда у меня сыграли почти половина известных артистов Москвы. У вас же не только артисты играли, у вас даже Марк Рудинштейн еще был, будучи тогда продюсером. Это дебют, да, его был, в общем-то. Ну, остальные там, Чулпан Хаматова, Стычкин, Ромашин, Метлицкая, Соколов, Стоцкая. Собственно, это ваше открытие было. С 12 лет. Да, да, да. Бигбаев сейчас, ну, много. Человек, наверное, 40 точно. У нас есть такая фотография, где я за рулем. Вот, а за мной все, кто в машине. Ох, там в машине не помещаются. Но это очень приятно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».